Здравствуйте, мы к бабушке Лиде, да. Сейчас наборчик возьму. Тетюнь, как дела? Все хорошо? Да, да, нормально. Ну хорошо. А я взяла еще ходунки, чтобы она попробовала. Вдруг ей будет удобнее, обмен для реабилитации. А потом мы заберем еще. Пойдем, второй пакет где? А, он будет ходить-то? Давай. Можно, да? Проходите. Не сюда? Туда. А, ничего себе. Ух ты, бабушка Лида. Здравствуйте. Как у вас дела? Сидите, сидите. Здравствуйте, Яночка. Да. А я говорю, тот раз уехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Бабушка Лида, как у вас дела? Хотелось бы лучше. Но все равно вы уже на улице, да? Да. А у нас есть, знаете что, ходунки для реабилитации. Ой, да. Двумя руками держаться и ходить удобно. Попробуем? Это страшно. Не, а что страшно? Страшно уже на ходунке, тут боюсь палку брать. Хочется нет, все. Сейчас мы вам покажем. Это чтобы самим потом ходить. Все, сейчас принесем. Побежать. Вот. Яночка, спасибо, вы не забываете нас. Нет, я же помню, что вы себя плохо чувствовали. Вы нас не забываете. А тут звонили с России, мы тебя видели, все видели. Да не надо меня, говорю, смотреть. Что надо, там, надо, что надо. Там на ваши родственники вас видят. Да. Да, да, это вот. Хорошо. Вот, давайте попробуем. Ой, открывай. Ой. Вот, это специально, чтобы брать поближе. Встать, чтобы. Вот две нижние ручки. А вот вторая за это держаться. А теперь вот за это держитесь. Ой. По чуть-чуть переставляете, вперед. Вот, и идете. И чуть-чуть переставляете. Здравствуйте, здравствуйте. Вы не забываете этот адрес, да? Это Яночка вас не забывает. Да, Яночка, вот Яночка. Да. Я говорю, мне стыдно уже. Стыдно. Что это вам стыдно? Нет, все хорошо. Должно быть стыдно. Нет. Еще раз попробуйте, бабушка Лида. Так хочется чуть-чуть вперед. Встать и пойти, чтобы... Вот, и вперед. Не держаться ничего, где взялось такое. Удобно с ними будет вам, бабушка Лида? Конечно, удобно. Конечно, так удобно. Может, кому-то нужнее, Яночка. А когда вы выздоровете, мы отдадим кому нужнее. Ой, кому нужнее, я все говорю за то, чтобы людям, может, хуже. Я ж хочу... Не, ну я смотрю, вы пока вам труднее. Мы с собой много взяли. Мы раздаем другим. Ой, уже. Спасибо, моя хорошая. Ну только ты, пожалуйста, смотри, чтобы кому нужнее. Нет, а кому нужнее, мы привезем, бабушка Лид, не переживайте. Да, мы им привезем. Хорошая. Ну, спасибо вам, спасибо. Все, бабушки Лиде тоже спасибо, подошли. Спасибо, моя родненька. Еще такого чуда я не видела. Видите, как будет уже легко ходить. Спасибо, родненька. Все. Спасибо, Яночка. Да. Спасибо, родненька. Пожалуйста, пожалуйста, бабушка Лид. Дай Бог вам здоровья всем. Хорошо. Чтобы вы нас поддерживаете хоть, а то... Хорошая, а то кашля... Проснешься и думаешь, что никому не нужен, ничего не надо. Нет, вы нужны, и бабушка. И все далеко, и никто нужны. Не может. И родные за вас переживают, и нам спасибо. Вы нужны. Конечно, они прилетели, так что ж. Да. Спасибо. Ну все, бабушка Лид, я рада, что вам спасибо. Подошли. Димуля, Димуль. Привет, Димулька. Как у тебя дела, Димуль? Все хорошо? А помаши пока, Диму. Пока, пока, пока. Да. Пока, Димулька, пока. Извините, можно, да? Наши походные, да, условия. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вам много чего привезла. Давайте мы посмотрим. Сейчас тут у нас. Здравствуйте. Сейчас я достану. Это все сгорело. Тут и халат, и обувь. Сейчас все будем примерять. И все, бабушке все подошло, и мы привезли лекарство для ног. Все, женщина, которая ухаживает за ней, будет лечить. Это... Только вы не плачьте, хорошо? Как зовут, я забыла. Мария, Господи, Сергеевна. Мария Сергеевна. Мария Сергеевна. Бабушка Маша. Ну, только не плачьте, все хорошо будет, бабушка. Вы держитесь. Ну, мы все любим. Ну, все, до свидания, я пойду, хорошо? Спасибо. Всего вам хорошего. Большое, несколько поклонов. Да. А вы держитесь, не плачьте только, ладно? Хорошо. Котику прям в доме насыпали. Здравствуйте. Не дадут соседи. О, это я. Да, я уже помню этого дедушку с прошлого раза. Жень, один наборчик полный. И опять. Один набор. Как у вас по зрению? Вот так вот видно вам, посмотрите. Вам помогут отнести. Спасибо большое. Дай вам Бог здоровья. Да, дай вам Бог здоровья.
Пойдем. Пусть всегда такие молодые и улыбающиеся. Хорошо, спасибо. Нам не положено. Да, и вам всего хорошего. Мы же ходунки везли для бабушки. И Филя, давай проверим. Сейчас. Идем. Ой, баба Маша, вам еще и ходунки привезли. Баба Маша, на всякий случай. Приоделась. Бабушка Маша, да, проверьте. Баба Маша уже в новом халате, как ну-ка. Пятерочка. Да. Вот если же совсем давай. Плохо, вот будете держаться да. за ходунки. А может и так будет ходить. Палочку да. давайте. Ага. Вот, подробно да. передвигаться. Да. Двумя руками. И вы да, двумя. Чуть-чуть вот, переставляйте, они легкие. Ну так будете ходить, да. Да, все ясно. Спасибо все. Вам за здоровье. Попробуйте, что-то удобно будет? Вам? Может, пониже надо их сделать? Нет, давайте пониже, не должно. Ну-ка, попробуйте. Ну, или пониже сделать, еще пониже. Не надо, нет, нормально. Не надо ниже, да? Да, спасибо. Все, удобно вам с ними? Удобно, конечно. Ну все, хорошо, да, еще одни ходунки. Догонишь, будете бегом. Да. Все, еще одни ходунки нашли свою хозяйку. Нет, повернитесь, скажите спасибо. Да ладно, уже сказали. Я 10 раз говорю, делайте. Уже сказали, спасибо. И вашей семье. Все хорошо. Счастливо. Спасибо. Не забыли. Это добрые люди присылают денежку, и мы привозим вам. Спасибо. Ну все, до свидания. Все хорошо. Здравствуйте. А давайте мы внуку дадим, чтобы он вам отнес. Хорошо, потому что вы не донесете. Вон он в красной футболке. Футболке. А, да, сейчас он придет. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас наборчик вам оставим. Или сы. Она мне маничу? Почему? Сейчас дадим. Это корм. Давай, тебя отнесу. Я вас вовсе отнесу. Тут сыну. Отнесете? Сын. Помогут вам? Да, да, сыну. Сын папа. А, ну ладно. Все, всего хорошего. Спасибо. Да. До свидания. А у нас там есть хлебушек? Есть хлеб, конечно. Давай, по два. Там есть хлеб, есть там хлеб. У вас два. Да. Давай, еще один, еще один. Подожди, что, вообще возьмите? Не придет? Ну, я не знаю. И водичку давай. Сюда. Да, водичку. Я не знаю, что придет, когда и водичку придет. Возьмите. Ну, ну все, мы поехали. А как? Спасибо. Спасибо. А валидольчик тоже есть, да? Есть валидол. Да, дайте валидола. Валидол. Все, сейчас позаписываем. Да. Спасибо большое. Спасибо. Все, спасибо, пожалуйста, пожалуйста. Внучек, пришли по адресу, ну. По-моему, здесь никто не живет. Попробуй покричать. Нет, давай мы шагнем быстренько. Давай, это же Женя дойдет. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Все, Женя, идем? Да, давай. Ну. Бабушка, а где-то поехала на рынок. Да, да, да. Да. Только придется уместить еще, да? Да. Ну, это бабушка очень поглаживает. А вот мы как раз спрашиваем, где живут самые старые. Свете надо сказать. Как зовут малыша? Ниночка. Ниночка, ей солнце светит. Ниночка. Нина, привет, Нин. Да? Пожилые люди есть здесь у вас? Да. Нет, нет, сейчас это пойдем сюда. Это вот семья. Это у них трое. Им даем, да. Спасибо. Ну давайте тогда донесешь. Вот так. Это будет тяжело. На тебе тоже хлебушек. Сейчас тебе мальчишкам. Да, мальчишкам по одному. Да, все. Все, и вот этой бабушке. Да, хорошо. Одна собака ест, а другой не дает. Сейчас мы тоже насыпем. Все, вот теперь они. Спасибо нет, большое. Нет, нет, надо занести, он очень тяжелый. Хорошо, очень хорошо. Тяжелый. Хорошо, да. Спасибо большое. А инвалидам да. не дают? Инвалидам даем, а кому? Делала фотографию бабушке Лиде. Отдавали продукты и не отдала. Теперь хочу отдать. А где? Не вижу. Заходите, заходите. А, у вас отсюда вход да, еще, да? Да? А я там найду? Да. Направо, да? Да. Ну я, а это... Ой. Бабушка Лида, а я вам не отдала. Посмотрите, что. Что маленький. Я вам хотела на память вас фотографию. Ой, и не отдала. Но вот теперь вспомнила, увидела, что у вас есть. Спасибо, Яночка. Спасибо, Яночка. Да.
Все, бабушка Лид, ну мы поедем. Всего доброго. Ну все, до свидания, бабушка Лид. Хорошо, спасибо. Все, всего хорошего. Всего вам доброго. Всем привет из Мариуполя. И я еще раз говорю спасибо большое всем тем, кто высылает денежку, кто принимает в этом участие. Благодаря вам мы можем помогать людям. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает меня лично. Спасибо вам большое. Тут нигде не надо. Фотографировать меня хочешь? Уже все сняли, пойдемте, да. Это Жень, ну ты поможешь тогда отнести, да? Все, до свидания, всего хорошего. Богдан, пока, Богдан. Здравствуйте. А, можно мы с ним поговорим немножко? Здравствуйте, вы видите, конечно. О, здравствуйте. Здравствуйте. Вам помощь принесли продуктовую. Спасибо. И не только продуктовую. Как вас зовут? Виктор Александрович. Виктор Александрович, как у вас дела? Ну как? Потихоньку, да? Потихоньку. Угу. Спасибо вам большое. Да, продуктовый. Ну все, всего хорошего. До свидания. Мы дальше поехали. Спасибо вам тоже, удачи. Да.